в магазине купил все для того, чтобы не было проблем, чтобы не ходить пешком в магазин. И все купил на всякий случай. Вот что видно. Здесь прочитал, что болт на 8 и шаг 1,25, что я и купил. Сейчас я поеду, и будет раздаваться шум просто невероятный, потому что это случилось только вчера. А сегодня вообще ездить невозможно. И вот эта вот труба, вот в этом месте, она просто болтается. Вот так, на весу. Болтается и все. А выхлопные газы отработаны, они выходят вот здесь. И создается шум в салоне. Это ужасно. Еду в гараж, буду заниматься съемом вот этой вот трубы и устанавливать новую. Я купил, и сейчас эта труба находится в гараже. Вот такой шум. Набираю обороты, переключая передачи. Нахожусь в яме. И вот такая картина просматривается. А вот это вот отверстие, скорее всего, вот здесь было приварено. Вот в этом месте. И от вибрации просто сломалось здесь все капитально. От вибрации это произошло. Вот врать не буду. Вот самый главный узел какой. Вот здесь мне нужно открутить. Открутить просто невозможно. И как это сделать? Вот я и все и подготовил для того, чтобы не выходить из этой ямы, а долбить, сверлить, пилить. Нагревать, в общем, что получится, какой вариант получится, тот и получится. Вот я сейчас вижу, куда бью. А то смотрел сюда, а куда бил, не видел. Долгая история. Когда я сказал долгая история, отключил камеру,
два удара сделал, и все. Гайка раскрылась. Вот таким вот образом. То есть стучал-то недолго. Не хотит вообще шевелиться, вот представляете. И все равно вот здесь вот нужно каким-то образом снимать. Осталось. Хочу сохранить вот эту вот резьбу. Это очень важно, чтобы вот эту вот шпильку не вытаскивать. А если что-то произойдет, мне придется, конечно, высверливать, отпиливать и высверливать отверстие. Это очень и очень опасно. Вот я и все для этого подготовил. И сейчас мне нужно тут вот аккуратненько каким-то образом все это снять. А как это будет получаться, я не знаю. Даже вот это вот не шевелится. Ни в какую. Не знаю, что получится. Вот таким вот образом разогреваю. Сделал на всю катушку. Вот, поставил. 650 градусов должно быть. Температура зависит от напряжения, потому что напряжение будет туда-сюда, и температура будет вот так вот, что и показывает. Сейчас не выключаю. То есть я выключил, вентилятор теперь дует, а нить накала там выключена и остывает. Пыль сгоню. Что получится. Пользоваться какими-либо ключами бесполезно. Нужно только срезать, что я и буду делать. Разогреваю третью гайку.
Потому что вот эта гайка не нагревалась, она с трудом срубалась. А это легко. Даже немножко, мне показалось, она крутилась. Хотел ключом, но не получилось. Пришлось дальше выбивать и выбил легко. В этом пассатиже мне взял, скрутил. Это вот маленький кусочек от первой шпильки. И сейчас нагреваю. Ну не знаю, тут гайка какая-то большая. А вот эти вот гайки какие-то маленькие. Или они стали маленькие из-за того, что тепло, холод, и они как бы стирались, что ли. А вот верхняя какая-то большая, непонятно. Нагрелась капитально. Попробую ключом, не знаю какой. Еще один кусочек. И мне кажется, тут нормально. И тут еще. О! Ага, запомнить. Главное запомнить, как было. Вот так я и запомнил. Спокойно. Представляете, как легко все это. Вода сразу стала капать. Вот сюда положу. Отслужил 7 лет.
Вот видите, как я закрутил? Вот здесь все равно собирается конденсат, и вот он вот так вот и капает. А по заводскому вот эта вот как бы лодочка, она вот так была. И туда скапливался весь конденсат, и вот это вот место рыжее, вот смотрите. Вот от этой воды конденсата. И теперь вот так вот я сделал, и получилось намного лучше. И если там какие-то либо отработанные газы из выхлопной трубы, как оттуда, и здесь, если будет просекать, не просто вот так вот будут уходить вместе с водой. Вот это я заметил. Теперь только так делаю. Теперь нужно открутить и все, устанавливать новый. Лампочка может капнуть. Так куда бы ту лампочку приспособить? Так силу применять не буду. Надо здесь очистить резьбу. Я где-то ёршик приготовил. Пальцами пройдусь. Я думаю так. Сейчас пробегу одну резьбу, вторую, третью. Ну, соответственно, смажу. Но здесь еще находится прокладка. Прокладку надо отсюда снимать. Вон у меня прокладка находится, вон там лежит. Классно получилось. Резьбу не повредил, и закручу на эту резьбу гайку, и все будет нормально.